нарисовать птицу. Сперва нарисуйте клетку с настежь открытой дверцу. Затем нарисуйте что-нибудь красивое и простое, что-нибудь очень приятное и нужное очень для птицы. Затем в саду или роще к дереву полотно прислоните, за деревом этим спрячьтесь, не двигайтесь и молчите. Иногда она пролетает быстро и на жердочку в клетке садится. Иногда проходят годы и нет птицы. Не падайте духом, ждите. Ждите, если надо, годы, потому что срок ожидания, короткий или длинный, не имеет никакого значения для успеха вашей картины. Когда же прилетит к вам птица, ну, если только она прилетит, храните молчание. Ждите, чтобы птица в клетку влетела, и когда она в клетку влетит, тихо кистью дверцу заприте и, не коснувшись ни перышка, осторожно клетку сотрите. Затем нарисуйте дерево, выбрав лучшую ветку для птицы. Нарисуйте листву зеленую, свежесть ветра и ласку солнца. Нарисуйте звон мошкары, что в горячих лучах резвится. И ждите, ждите за тем, чтобы запела птица. Если она не поет, это плохая примета. Это значит, что ваша картина совсем никуда не годится. Но если птица поет, это хороший признак. Признак, что вашей картиной можете вы гордиться и можете вашу подпись поставить в углу картины, вырвав для этой цели перо поющей птицы.